это. Нужно сначала Диму кикнуть, чтобы для безопасности. А я тут при чем? Я буду хорошо играть. Да мы знаем. Я профессионал. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОЛТВ, Гусанек, Думыч, Подлючка, Пика, Секрет, Нагин. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Я вернулся. Всем привет. Всем здорово. Всем здорово. Много времени мы уже не записывали, очень крутой режим Гаррис Моди, Among Us. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Да, конечно. 8 человек, ребята, это очень сложно будет сейчас убиться, но мы сможем. А ладно, не убийца я. Так, я знаю, что это убийца-подлючка. На голосовую всем. Но не я. Так, давайте будем задание выполнять, и тогда все будет хорошо. Я уже забыл, где сатанки находятся. Нужно сначала Диму кикнуть, чтобы... А я тут при чем? Я буду хорошо играть. Да мы знаем, я профессионал. А, ну все. Я выполняю задание. Вот нашел. Диме? Где ты, Диме? Блин, меня сразу слили, ёкалы-манекалы, в начале раунда. Это подлёчка. Да что я сразу? Сейчас будет самое интересное, ребята, кого же выкинут, настоящего убийцу или не настоящего? Это потому что Дима на него гонял. Ну все, а вы думаете, что это? А что вы думаете, что это подлючка сразу? Думаешь, где ты был? Это думаешь? Я выиграл, из вентиляции прыгал. Да, это самый репорт, похоже. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. И сейчас, как обычно, выкинут никого, потому что равноправно все вышло. Ну, у меня вопрос, почему за Пика проголосовали? Тогда при чем тут Пика вообще? Он меня винил вообще. Пика в это время в параше сидел. Так, я за призрака тогда буду просто выходить и выполнять задания. Я знаю, где это находится, за танки, где они вообще? Тогда мы здесь не было. О, у меня сразу два задания. Блин, так обидно, когда тебя сразу в начале раунда выкидывают. Ну, не выкидывают, а просто мочат, как кусок говна. Я помню, Дим, ты меня сразу выкинул. Да я не хотел. А я понял, я понял. Я навсегда это запомнил. Ладно, я Пика добираю. Так, задание выполнено. Я буду максимально быстро выполнять задание, чтобы убийца убил кого-то. Блин, ну прикольно, прикольно, раунд развивается. А кто кинул репорт? ОЛТВ, понятно. Я, короче, бежал из по кафетерии в щиты, заметил труп. Думаю, что убежал в соседнюю комнату. Я был в городе. Я делал задание. Это думаю. Знаете, что самое прикольное? Когда ты знаешь, кто убийца, и не будешь специально никому говорить. Давайте задумаемся. Помолчи. Зелен на меня гнал. Задумайся. Все, давайте на Нагин. Вы чувака просто выкинете, никого, он не виноват, вы чё? Да он не предатель, вы чего? Выкинули просто так. Я серьёзно. Я был секретом. А скажешь. У нас Пика есть. Ой-ой-ой, классное развитие, ребята, идет. Мне это нравится. Я серьезно выполнял в этом чите. Это самое круто, когда выкидывают невиновного. Ай, блин, круто. Да не я серьезно тебе говорю. Опа, а кто нажал кнопку? Я. Да я реально это делаю. Я жестко угораю с этого режима, ребята. Надеюсь, вам нравятся такие режимы, где друг друга все гонят бочку, и никто никогда не узнает, кто из них убийца. Гусанька убили уже? Да, меня после тебя убили. Ай, блин. Нет, это либо Думать. Я был про секрет. Если это не Думать, то подлючка. Да. Нет, или ОЛТВ, подлючка. Это не я. Всё, прощай, Думать. Блин, молодцы, ребята. С третьего раза догадались, тоже был предателем. Блин, этот раунд, в принципе, затащили. Ну, с тем условием, что, конечно, двое убитые, одного выкинули невиновного. Давайте не будем ждать, будем сразу начинать следующий раунд, потому что хочется разнообразия и много веселья и позитива. Так, хочу я быть убийцей. Очень сильно хочу быть убийцей. Я не хочу тоже. А кто это там член экипажа? Не важно. Блин, опять я не убийца. Ну, ёкалэ-мэнэк. Надеюсь, в каком-то ролике я точно буду убийцей.
Я знаю, это Дима, все на Диму. А, да выкидывай, конечно, выкидывайте невиновного. Не думай, а ну-ка, приведи карту. Там о, должен... с первого раза, пика, с первого раза. А, значит, это не ОЛТВ, да, все, это не ОЛТВ, я знаю, как можно проверять. Ой, что тут нарисовано? Пика. Я выполню. Тут задание. Пика. Что за задание тупое? Что там делал? Да там просто реально, тупые задания какие-то. Я Гена, у меня просто кубики и ничего не происходит, что тут делать? Где ты, где-то? Да вы чё? А, я понял. Чё у меня тут задание? Что тут делать надо? Симбит какой-то, наверное. Блин, не понимаю, как задание это выполнять. Вот просто не понимаю. А ты где? А какое именно? Блин, это вы чё, сговорились постоянно меня убивать первым? Или что? Я трогал. Блин, ребята, ну это нечестно. Я хочу тоже быть убийцей. Я был ОЛТВ. Почему тут нет? Нет, ОЛТВ был... Я видел ОЛТВ, как он был в этом... В этом... Ну как это называется, я забыл. Нет, отцовка. Я с ОЛТВ был, я с ОЛТВ был. Да, я с микрофоном. Я шел на Вину. Труп был... Стоп, а думаешь, ты хотел выполнить задание с карточкой, почему ты не выполнил? Мне кажется, потому что я перепутал задание. Я хотел пойти, короче, на Гину. Короче, это секрет, Самарипова. Почему я, если я только пришел? Как они друг друга все гонят, блин, класс. Думыч бежал из щитов. Да вы выкинули невиновного, вы что, гоните? Серьезно? Ну блин, ну бывает такое, ну все улетел. Ну все, это Саня тогда, все зашло. Ё-моё, вы че? Почему? Что творится, ребята? Творится вахханалия. Это подлючка. Да что сразу я? Ну потому что мне так знаешь, а пика, почему ты все время на всех сваливаешь, и мы не можем? То есть это Не пика, это не пика, он со мной был все время. Так, я выполняю задание, чтобы убийца быстрее слился. Да кто нажал? Вы чё? Чего? Ребята, это самый насыщенный режим Among Us, когда моментально все быстро происходит. Это подлечка, потому что накину вряд ли. Да потому что ты серый, ты черный. Ты черный теперь. И что теперь тебе грамотно? Блин, как они переживаются. Давайте выкидывайте невиновного опять. Это будет вообще сгорка. Я за тебя. Сейчас тебя выкинем. Надо меня не выкинуть. Я проголосую за подружку. Давай, хорош. А, ясно все с вами, ну ясно. Ну давайте. Да вы что, выкинули невиновного опять? Ну что, совсем же курс у нас. Блин, вы приколисты. Какие вообще, боже мой. Это Саня! Ё-моё! Это ты, Пика, да. Короче, тот, кто на всех сваливает, это и убийца, наверное. Да, реально. Не правда, хорошо, я с ОЛТВ буду... ОЛТВ, пошли, сейчас я задание около тебя выполню. Пойдем. Пошли. Идите. И сейчас у меня задание выполнится, это не я. Буду с пика бегать и все. Смотри. А что вы делаете? А, задание выполняете. Я с пика бегаю. Так, а что задание не выполняется? Что, как вы так нажмите? Подожди, мне надо вот это и все. Сейчас, выполнил электрощиток. Вот, чекай, ты где? Смотри. Смотри, меня сейчас выполнит. Так, ладно, непонятно. Что задание не могу реально? Что задание так плохо выполняется? Видишь, все, это не я. Я задание выполнил, все. Ага, он обманывает вас. Ладно, я на самом деле я знаю, кто убийца, но, конечно же, я не скажу. Я что, умер уже, я не имею права говорить. Я знаю, кто это. Я наблюдаю за одним человеком, я боюсь его. Не бойся, он тебя убьет первого. Ой, уже не первого, уже третьего. Я боюсь. Ладно. А. Кого ты боишься? Ладно, я выполнил. Так, мне надо исследовать образец. Так, кого же убил? Если сейчас это не Саня, так. ОЛТВ я видел. Я не знаю, кто это. Это либо Саня, это либо кто-то. Кто там еще остался? Может, я выполню все задание. Молодец. Так, я тоже выполняю задание. Так, убийца, наверное, не успеет просто никого убить, задание все выполнят. Да, оба-на. Ну тут вряд ли кто-то убьет кого-то. А убьет, убьет. Вот вы того по всей карте рассосались. Я не могу найти заданку последнюю. Пойдем думать. Хотя думаю, сейчас я тебе тоже не доверяю. Тут нельзя никому доверять. Вот только ЛТВ мне доверяет, потому что знаешь, я выполнял около. Блин, это веселье, это классно. Камерамен. Отстаньте от меня, чего за мной бегать? Подожди, стой. Подожди. А чё за... я не могу выполнить секрет. Как это задание выполняется? Я тоже не могу выполнить, это видимо, режим не допилен. Какое? Я не понимаю, как его выполнять. Кстати, ребята, там было два режима Among Us. Я взял тот, который мы ни разу не играли, для интереса. Теперь понятно, почему. Я боюсь. Что ты говоришь?
Это мне страшно. Мне страшно, что кто-то подойдет и мне в нож в спину ставит. Не, прикольно, что, знаете, такое затишье. Даже непонятно, что сейчас дальше будет происходить. Опа, пробейшн нашли. Убивца. Убивца. Передо мной сейчас Думыч убил... А, ну все, это Думыч. Я? Да. Я ничего не делал. Все, ноги. Ну ладно, ну ладно, ну. Я знаю, за кого голосовать. За кого? Конечно, за меня, я же... Четверых уже, понимаете, нету, четверых. Тихо, Сань, за кого? Это Думыч. Да, решайте сами, я выбрал свой голос. Нагин, и сейчас, мне кажется, сам... Честно говорю, это Думыч. Я думаю, это сам Гиппорт. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас выкинете опять невиновного, да вы чего? А, ну... Реально? Да, ты невиновна, ты должен... Да вы чё издеваетесь? Господи. ЛТВ, готовься, ЛТВ. Да ну нафиг вас обоих, а? Да иди, ты это Саня! Беги! Это Саня! Беги, ЛТВ, беги от него! Так, давайте понаблюдаем, кто же все-таки из них убийца? Да либо Думыч, я не знаю, я не доверяю никому. Так, Думыч, давайте наблюдать за Думычем, что он делает. Давай, голосуй, голосуй. Это Саня. Мне кажется, это Саня, я думаю... Саня, да? Саня! Он специально так сделал, чтобы мы... Ну, это Саня, реально. Нет, я специально так сделал, чтобы никто не умер. Три человека осталось в живых, давайте. Кто же из них убийца? Пожалуйста, проголосуйте за правильно. Я не знаю, за кого. Это Саня. Да нет. Да. Сейчас от меня все зависит. Я выбрал свой голос. Интересно, у ЛТВ, кого же он? Я не знаю. Я думаю, это он. Ну все, гусанёк, ты слился. Поздравляю, ЛТВ, ты неправильно выбрал. Просто самый лучший Оскар тебе. Молодец. Спасибо большое. Блин, это что, он выиграл, получается? Да, выиграл. Ой, капец, капец. Да ладно, вы чего, Думыч? На самом деле, это очень круто, катка, потому что Думыч молодец. Просто красавчик. Капец, ЛТВ тупик. А чего? Ну потому что ты как-то неубедительно этот говорил. Ну так я не умею убедительно говорить. Ну учись тогда проигрывать. Неубедительно говоришь. Блин, я предатель. Кстати, хотите, я вам покажу, я могу вентиляцию запрыгнуть. Так, все, я манал, чтобы меня первого не убили, я теперь буду ходить с людьми. Ну вас нафиг. Я опять сейчас тупо сольюсь просто. Дима, давай со мной. Нет, я вот буду с движухой идти. Думыч там пошел, все, я с ними хожу. Я с тобой, я с вами. Я буду с ним. Вот, я буду с этим ходить. Дим, давай я с тобой буду бегать, чтобы никто нас не убил. Ну, так ты сейчас меня убьешь, блин. Я не убью тебя. Я могу даже... Ты точно говоришь мне сейчас правду? Точно. Все, давай тогда задание выполнять. Если я тебя убью, то меня сразу спалят. Так что все, давай. А где задание у нас тут? Так, привести. Слава богу, меня не убивает, блин, первого. Аж радость какая-то на душе. Так, задание выполнил. А что ты не выполняешь задание? Так, у меня в верхнем двигателе в электричестве управление не нравится. Я с тобой хожу. А как ноги пробалась туда? Я просто с тобой хожу, чтобы никто не убил меня, я боюсь. Это хорошо. Подожди, мне кажется, это Нагин. Он просто пробрался как-то очень быстро и причем. Слушай, не знаю, но я лучше от него убегу. Ну тут задания всегда разные в этих режимах. Ну я подозреваю, кто это, я бы кто-то знаю, кто это. Я боюсь. Я не буду говорить, надо подтвердить это. Ты лучше бы задание выполнял, быстрее бы прошли, чтобы он слился. Видите, еще никого не убил никто он. Ой, он здесь бежит. Ай, Дима, импостер такой. Не, я выполняю задание, у меня третье задание стало. 3, 4, 5. Еще 3 задания всего. У меня тут тоже задание. Опа! Ну это точно я, потому что я сходил с челиком. Ну давайте, давайте догадки. Наконец-то мне не убили первого. Господи, я такой радый. Я нашел труп в этом, в камерах. И кто там выходил оттуда? Какие камеры? Камера наблюдения, электричестве. Я вообще был далеко, так что это не я. Я электричестве или нет Б? Я выполнял. Момент Б или электричестве? Я делал задание в реакторе, где надо цифры вот эти вот. 1, 2, 3, 4, 5 и до 10. Я с Димой бегал. Я проводил карты. Короче, это знаете кто? А я не знаю, кто это, кто? Ну, у меня есть догадки, кто это, но... может, это Нагин. Все, давайте за Нагина. Ну, а что делать? Ну, хоть за кого. Давайте хоть кого-то выкинем, уменьшим шанс. Это не я с тобой бегал. А ты со мной бегал, это ты не мог убить никак. Ой-ой-ой, блин. А если сейчас это не он, значит это гусанёк, потому что он как раз кинул репорт. Сам убил и кинул репорт. А если угадали?
А, гусанёк, ну ты хитрый жук, ну ты молодец. Ну, да. Дайте, подождите, стойте, дайте хоть эту карту выполнить и всё. И я кончу, это гусанёк, я вам серьезно говорю. Вот. Дайте карту выполнить хотя бы, чтобы это... Планета света. По-моему, нет, есть. Нет, есть. А, есть? Тебе пока... Кстати, да, это ни разу репортов не было. Ни репортов, а этих саботажей не было ни разу. Так, выкидываем листочки за... Все, я выполнил задание выкидываю. С картой. Ну, ребята, это гусанёк. Вот я не знаю почему, но у меня такое ощущение. О, здесь уже вдвоём. Да, я Дима бегал. Сюда. Я вот давайте втроем бегать. Вот подлючка, ЛТВ и я. Все. Вот мы сейчас, если втроем бегаем, значит от нас уже сразу отпадает эта фишка. Я давайте реально выполнять будем задание. Я сейчас уже выполню последнее. Просто бы Даня не успеет всех убить и все. Не успеет. Да. Мы его убьем. На Эрон надо. Так, кто синего убил? Давайте подумаем. Так это я, Дим. Ты А, это тебя убили? Короче, с кем я... Подожди, кого я говорил, что со мной подлючка бегал, да, со мной ЛТВ? Это либо секрет, либо думать, либо секрет. Давайте за секрет голосовать, потому что, мне кажется, это секрет. Это секрет. Да, он, во-первых, он молчит все это время. Обратили внимание? Да, я молчал, потому что был... Это ты. Это секрет, ребята. 100% секрет. Смотрите, если это не секрет, это думать. Вот все, больше вариантов нету. Это не вот я. Не-не-не-не-не, ребята, или секрет, или думать. Все, вариантов больше никаких нету. Да, молодцы. Ну, есть! Угадали! Секрет! Вы, кстати, могли услышать, что это секрет, потому что он там засмеялся, когда меня убил. А, да? Да, он засмеялся. Блин, ну круто получилось. Это что получается, мы смогли все-таки выкинуть, да, его? Да. Нет. Ну, давайте еще последняя каточка, ребята. Все-таки, надеюсь, сейчас будет еще интереснее. Уже все так прилобались немножечко, интереснее стало. Пожалуйста, я не хочу убить. Я хочу быть убийцей, дайте хоть раз в жизни. Ура, я убийца. Ну тёти ко мне, Диму. Да ну ё-моё. Всё, я буду опять ходить с... Я буду опять ходить с людьми, чтобы меня не убили. Пошлите медпункт. Вы видели, кто первый Думыч убежал? Это значит Думыч убийца. Всё, сейчас получится. Он самый первый убежал. Нет, не показывает. Не он. Хорошо. Всё, пика в рун. Смотри, сейчас задание выполнится. Это пика, предатель. О, видишь, задание. Я тебе не верю. Думаешь, ты гений? Угу. Я гений. Блин. Так. Кого уж убили? Это Думыч. Я был медпункте, потом подошел к... Я задание выполнял, там мне надо было выставлять этот... Короче, уровень двигателя. Это Думыч. Все, давайте за Думыча, потому что он самый первый убежал, потому что обычно убийцы самые первые убегают. Если не думать, это Думыч. Я потом побежал это делать карточку. Ну мы сейчас и проверим, это ты или нет. Если нет, значит Аня. Ну хорошо. Ну как-то неубедительно ты это говоришь, поэтому это ты. Ну, тупо все за тебя проголосовали. Это жесть. Блин, обидно будет, если это не он. Вот реально обидно будет. Это не он, скорее всего. Это Дима, это Дима. Есть! Я угадал! Блин, самая быстрая катка и самая четкая за весь этот ролик. Если понравилась эта серия, я на вам поднял настроение. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте на наш дискорд. На всем отличного настроения и всем пока!